Граждане, посмотрите сегодня, что у нас, значит, произошло. Мы занизили Superbird, поставили его на новые шины с белыми буковками. Вот такие Avenger GT. И Superbird стал теперь смотреться просто нереально круто. Посмотрите, как он сидит. А? Просто класс. Ну, шинки мы отмоем, сам беленькими, но в целом готов к выходным. Мы едем на новое кар-шоу, так что Superbird в огне. Также мы отмыли Бамблби, который приехал к нам. Так, ну-ка, вот я сейчас закрою дверку и покажу вам. Бамблби отмыли. Сделали ему салончик. Он просто теперь стал офигенно весь. Классный, красивенький. Посмотрите. Так что тоже поедет на кар-шоу. Вот. А Монте-Карло на кар-шоу не поедет. Потому что он готовится к другому мероприятию. Я вам все покажу.